Здравствуйте, дорогие наши друзья, все, кто уже был в Пушкинском ЮС, кто присоединился к нам с новой лабораторией, и вся та публика, которая пришла и которая заинтересована темой, которую мы сегодня обозначили. Итак, сегодня звезда, мне кажется. На самом деле лектор, на которого всегда сходятся все слушатели, и вы можете слушать Илью Дороченкова также на канале Арзамаса. Вообще вот эти публичные лекции мы будем постоянно повторять, наверное, два раза в месяц мы будем устраивать лекции на тему миграции и переселения образов. Сегодня я вам представляю заместителя директора по научной работе Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Илью Дороченкова. Спасибо. Спасибо. Скажите, меня без микрофона будет слышно или лучше говорить микрофон? Микрофон. Слышно, да? Потому что я-то могу начать так, а потом... Для трансляции микрофон, да? Ну хорошо, тогда придется микрофон. Здравствуйте. Мы сегодня начинаем авантюру. Честно признаться, мы ее с удовольствием придумали, когда получилась такая возможность. И очень быстро те, кто оказался притянут этим магнитом, согласились с тем, кто будет священной коровой этого мероприятия, кто будет исправлять карму этого помещения. В общем, профессионалы это имя знают, и многие его даже читали, благо по-русски теперь он есть, но он переведен на все языки цивилизованного человечества, включая японский, кажется, китайский. Это Аби Мориц Варбург, великий и ужасный немецкий историк искусства, который в свое время был известен очень узкому кругу почитателей, поклонников и учеников, из наследия которого выросло несколько искусствоведческих школ XX века, в том числе знаменитая иконология Эрвина Пановского, и который переживает сейчас совершенно нереальный бум популярности, потому что то, что Варбург писал в конце XIX – начале XX века, теперь эксплуатируется с точки зрения продуктивных идей не только искусствознанием, но и антропологией, историей, визуальными исследованиями, бог знает чем еще. Как сейчас литература об этом человеке, публикация его произведений растет в геометрической прогрессии каждый год. Я похвастаюсь, на прошлой неделе я сидел в кабинете директора Института Варбурга в Лондоне, и он мне с удовольствием показывал каталог выставки, прошедшей в Буэнос-Айресе, в которой идеи Варбурга были движущей силой. Я вам расскажу об этом человеке, постараюсь рассказать о некоторых его находках и идеях. Мне очень приятно это делать, с другой стороны, ответственно, потому что в нашем зале присутствуют коллеги, которые Варбурга знают гораздо лучше меня, например, Марина Тарапыгина, автор первой русской книги об этом человеке. Хорошо, что Марина согласилась, как и другие коллеги, быть нашим участником нашего процесса. В общем, мы здесь... Здесь и люди из университета, Марина Лопухова, Ольга Шишко из музея имени Пушкина. На чем мы хотим? Мы собрали людей, которые прошли определенный конкурс для того, чтобы заниматься тем, чем занимался Варбург в течение своей жизни и на старости лет, а именно сталкивать изображения. Мы живем в эпоху террора изображений. Если культура до конца XVIII века это была культура в основном вербальная, то сейчас, конечно, вы сами прекрасно понимаете, изображение перед нами везде. Сейчас я снимаю свое изображение с себя. Вот. И мы действительно окружены ими, мы постоянно находимся под давлением этих изображений, они нами манипулируют, я думаю, вы это все прекрасно понимаете, достаточно посмотреть на билборд или сторис наших друзей. Какого черта смотреть на сторис? Вот я лично совершенно не понимаю, зачем. Но тем не менее, на них смотрим там, да. Но это же они нами манипулируют, правда?
приходим в церковь, а там они манипулируют нами еще сильнее. А смотрим на рекламу, ну, понятно, идем что-то покупать даже подсознательно. То, о чем я буду говорить, это история науки, история нашей гуманитарной дисциплины, искусствознания, но я уже сказал, что Варбург отличался именно тем, что он нарушал границу, он терпеть не мог полицию научных дисциплин, как он говорил. И действительно, вот сейчас есть слова интердисциплинарности и все такое прочее, они уже затасканы и всем гуманитариям порядком надоели, но Варбург именно и создавал эту современную интердисциплинарность. И вот мы постараемся, взяв людей, которые еще не все искусствоведы, да не дипломированные искусствоведы во всяком случае, а некоторые вообще не имеют отношения к искусствознанию, постараться создать лабораторию, в которой принципы Варбурга, а именно анализа сложных семантических связей и происхождения генезиса, выражаясь научным языком, образов, мы постараемся вот эти вещи прослеживать. До определенного смысла это игра. Но знаете, есть такая армейская поговорка: война фигня, главное маневры. Вот у нас примерно будут маневры. Я очень хочу, чтобы люди, которые во все это будут играть, они воспитывали в себе визуальную остроту восприятия, да, способность сопрягать далековатое, сопрягать то, что неочевидно на самом деле, и таким образом учиться тому, чтобы анализировать. Ну, есть у меня любимая цитата из Иммануила Канта, да, «Имей мужество пользоваться собственным умом, таков собственный девиз просвещения». Вот, чтобы вы пользовались собственным умом, чтобы вас нельзя было ввести в заблуждение тем же самым изображением. Возвращаясь к Варбургу, я скажу, что этот человек, ну вот для меня как профессионала, есть некое количество методов, методологии, которые сейчас представляются, вообще-то говоря, самыми очевидными. Ну это, например, социальная история искусства с анализом роли заказчика в создании художественного произведения и дальше даже психологии заказчика, как равноправного конструктора того или иного артефакта, объекта, церкви или алтаря, или портрета. Этот метод связан с социальной историей искусства в марксистском изводе и не марксистском. Так вот, среди тяжело читаемых, довольно длинных статей о Варбурге, он не написал ни одной книги, есть тексты, из которых, как из зерен, этот метод произрастает. Ави Варбург анализировал, ну он, конечно, был такой Шерлок Холмс или криптограф, потому что именно благодаря ему мы получили ключи к загадочным произведениям, некоторые я покажу, но долго говорить не буду. Благодаря тому, что ему удавалось понять, как во времени и пространстве транслируются образы, как происходит их преемственность и что они с собой несут, он показывал нам, что означают таинственные изображения, а с другой стороны, какой смысл мы из всего этого можем извлечь экзистенциальный. Вот почему Варбург лично мне очень интересен, потому что ты там очень хорошо на его примере видишь, насколько то, чем занимается ученый, глубоко укоренено в его натуре, душе, фамильной истории, психозах, неврозах, комплексах и так далее. Вот, в общем, из Варбурга вышло очень много. И мы постараемся к этому ученому отнестись с уважением, а с другой стороны, как это говорилось кем-то из марксистских классиков, наше учение не догма, а руководство к действию. Я не очень понимаю, что получится на выходе. Это очень интересно вписываться в такой проект, когда ты этот проект, видишь, как он растет, и, надеюсь, мы это будем видеть вместе, не понимая, чем закончится. Это редкое везение, на самом деле, в жизни, иметь вот такую возможность. Давайте сейчас мы обратимся к этому человеку. Перед вами на экране
фрагмент открытки, которую раньше можно было купить в Лондонском институте Абеларбурга, это его каталожные ящики. А справа это двери в библиотеку, которую для него построили в Гамбурге, с надписью «Мнемозина», богиня памяти, над дверью. К этому имени мы вернемся еще однажды. Аббе Варбург, знаете, есть такой анекдот, базирующийся на общих местах советского искусствознания. Великий русский художник Исаак Левитан родился в бедной еврейской семье. Ну так вот, Аббе Варбург родился в богатой еврейской семье. Не просто богатой, а очень богатой. Его предки, которые переехали из Северной Италии в Германию, Вестфалию, на фоне разрухи, наступившей за 30-летней войной и эпидемией чумы, перебрались на север и осели в графстве Альтена под Гамбургом. Но ганзейский город Гамбург в ту пору имел законы, как очень многие христианские государства, крайне неблагоприятные для евреев. А датское королевство, которому принадлежала Альтена, как раз была одной из первых держав Европы, которая создала для евреев специальное либеральное законодательство, чего, собственно говоря, Дания очень сильно и восприяла. Альтена, тот, кто был в Гамбурге, знает, что вообще-то Альтен – это Гамбург, на самом деле. Это сейчас один и тот же город, и там два вокзала, и между ними минут пять, между Гамбургом Альтена и Гамбургом Хауптбанхоф. Ну, 10. И в конце, и в 18 веке уже, когда гамбуржцы одумались и либерализировали свои законы, варбурги перебрались туда, потому что Гамбург, безусловно, самый главный торговый центр Германии, всех немецких земель. Тогда Германии еще не было как единого государства. И вот постепенно они строили, собственно, это та семья, которая была богата всегда, сколько вот она себя помнит. И к концу 19 века, когда Аббе стал думать о своем будущем, эта семья действительно, на ней, на этом банке во многом держалась гамбургская экономика. Я люблю очень историю, но в каком-то смысле я буду обращаться к тем фактам, которые в моем предисловии к переводу Елены Козиной текст Варбурга на язык я уже прибегал, но, как вы понимаете, мимо таких вкусных вещей не пройдешь, если ты хочешь рассказать об этом человеке. Вот. Бабка Аббе Сара, она была фактическим таким начальником этой семьи, начальником банка. И благодаря ее зятю город не пережил колоссальный кризис, когда после конца Крымской войны рынки начали шататься. Зять Сары, работавший в банкирском доме Ротшильдов в Вене, отправил в Гамбург эшелон серебряных слитков, который, придя в город, просто самим присутствием своим стабилизировал шатающуюся гамбургскую экономику. Ну, то есть вы понимаете, что это очень интересная история, когда, с одной стороны, еврейская семья не поступается ни капли своей идентичности и веры, а с другой стороны, она очень интегрируется в Германию. Настолько интегрируется, что отец Аббе скупил акции палестинского торгового общества, сионистского предприятия, и ликвидировал его. Для него Германия была родиной немецких евреев. И о переселении он не думал. Вот в этом очень богатом, очень религиозном, филантропическом семействе было 5 сыновей, из которых 2 потом уехали в Соединенные Штаты. Я сразу скажу, что один из братьев, переехавших в Америку, в 13 году стоял у основы Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. То есть это фактически американский центробанк, то, что издает доллар. В общем, это, конечно, такая семья, безусловно, абсолютно заточенная под бизнес. С ответственностью, повторяю, с филантропией, с ощущением собственной миссии. Вот семейство. И сам наш
Аби, то есть Абрахам Морец. И вот про него рассказывают замечательную историю, которую я очень люблю, что лет в 13 или в 12 он понял, что он не хочет быть банкиром, а он старший сын в семье. И он договорился со своим следующим братом Морецом, что он вступает ему наследование фамильного бизнеса. При одном условии. Брат будет всегда покупать ему любую книгу, которую Аби захочет. Любую. Вы поняли, где ловушка? Да? Когда в 1933 году библиотеку увозили в Лондон, поскольку она была еврейской библиотекой, и над ней нависла опасность, два парохода увезли эти книги. И на самом деле семья это восприняла себя, конечно, как восприняла это как миссию. Да? Аби писал одному из своих братьев, что слушай, пусть у вот других бизнесменов будут лошади скаковые, а у нас будет библиотека. И когда был кризис и гиперинфляция в Германии после Первой мировой войны, совершенно нереальная гиперинфляция, американские братья продолжали платить за те книги, которые библиотека приобретала. Сейчас она находится в Лондоне. И, в общем-то, она может прийти. Я очень надеюсь, что Билл Шерман, директор этой библиотеки, приедет нам весной, директор этого института приедет нам весной и расскажет, как там дела идут сейчас. Аби, переставший быть наследником престола, служил в армии. Вот он. Много вы видели искусствоведов на лошади? Женился по любви. Он женился на христианке, чем поверг своих родителей в шок. Но когда семья увидела, насколько Мари Херц, художница и скульптор из патрицианской христианской гамбургской семьи, любит своего избранника, молодых простили, приняли и полюбили. В общем, казалось бы, это такая хорошая сага, а действительно сага, биография семейства Варбургов, вот такая толстая, есть американская книжка на эту тему. Уже пожилая Аби со своим сыном. А вот он с братьями, причем в центре сидит не самый старший брат этот, который унаследовал бизнес, а Аби вот он. Причем с такой очень странной позой, он как бы просительно раскладывает руки. Здесь он со своими друзьями и помощниками, с Фрицем Закслером, который, собственно, сконструировал его библиотеку, и Гертрудой Бинг, которая помогала ему работать последние годы жизни и была руководителем института Варбурга после Заксля, когда это уже все было в Лондоне. Надо сказать, что все бы это звучало дико красиво и легко. Ну, что может быть лучше, родиться с серебряной ложкой во рту, не отвечать за бизнес, когда тебе братья покупают все, что ты захочешь. Не лошадей, а машины, потому что тебе они не интересны. А дома, простите, книги и дома, чтобы в этих домах книги располагались. На самом деле, конечно, над Варбургом висело проклятие. Он, безусловно, обладал исключительно уязвимым душевным миром. Он погружался в тяжелые состояния и несколько лет своей жизни провел в сумасшедшем доме. Сейчас я думаю, что это квалифицируется как биполярное расстройство. И он даже ходил до такой степени неадекватности, что, в общем, в принципе, на его месте другой бы по гроб жизни в этом сумасшедшем доме остался. Но, как говорил сын Аби, отец вытащил себя, как Мюнхгаузен, за косичку. Об этом мы тоже поговорим. Значит, Аби решил заняться историей искусства. К концу 19 века эта дисциплина очень уже хорошо развитая. Уже существует несколько методологий. Во Франции и в России развивается иконография. В германских странах немецкого языка формируется практически параллельно с деятельностью Варбурга и труды, я не скажу
концепции, потому что, например, Алоис Ригельс завершенной концепции, в общем, не создал. Он создал целый ряд продуктивных текстов. Но одновременно, параллельно практически, Генрих Вёльфлин идет к своей универсалистской концепции искусства как чистой формы. И вот эта идея формального понимания искусства как чего-то, что существует в замкнутом мире и обусловлено самим собой, и некоторыми общими принципами человеческой перцепции, связанное, безусловно, с представлением о том, что искусство – это нечто большое и чистое, ну, как учил нас Винкельман, полагавший, что в Греции, собственно, и был достигнут идеал. Вот это понимание искусства как чего-то, что имеет дело с красотой, что существует вот в той кантовской вселенной, где доминирует незаинтересованное внимание, нечто, что выделено в самостоятельный мир. Вот это понимание искусства Варбурга довольно быстро перестало устраивать. Он учился в двух университетах, в Бонне, где пытался писать у Карла Юсти. Но Карл Юсти, маститый немецкий искусствовед, очень авторитетный в то время, великолепный стилист немецкий, в общем, такой мейнстрим искусствоведческой той поры, он отказался руководить диссертацией Аби Варбурга. Диссертацию Аби хотел писать про вот эти загадочные вещи, теперь для нас уже не очень загадочные, а именно картины Сандро Боттичелли «Весна», «Примавера» и «Рождение Венеры». Варбург предпочел поменять руководителя, он уехал в Страсбург к Хуберту Янчику, и там, собственно, и написал устрашающий немецкий талмуд с огромным количеством сносок, и современник, с которым Варбург затем будет в товарищеских отношениях, в своей рецензии отметил, что ну, вот такой эрудицией художник Ренессанса, о котором Варбург пишет, обладать точно не мог. Но достижением Варбурга в этих диссертациях было то, что он установил, а как вы понимаете, Боттичелли ведь очень модный художник к тому моменту, да, соотечественник Аби Варбурга Юлиус Мейер Грефе, критик, который помог нам понять импрессионистов, он писал, что о Боттичелли в то время говорили так, как будто он жил не во Флоренции 15 века, а в Южном Кенсингтоне. Ну, имею в виду английскую ситуацию. Так вот, Варбург смог установить источники, литературные источники этих картин, которые для многих представляли собой, для многих современников Варбурга представляли собой загадку. Он доказал, что они восходят к поэмам Полициана, крупнейшего ренессансного поэта 15 века и центральной фигуры Флоренции эпохи Великих Медичи. Но в этих картинах было нечто, что касалось нелитературного содержания. Тут Варбург поступал, в общем, достаточно понятно. Есть некая история, которую мы не можем считать буквально, но если мы находим некий текст, который эту историю нам не противоречиво объясняет, считайте, что задача решена. Не надо быть Варбургом, чтобы это сделать. Нужно обладать усидчивостью, интуицией, читать много книг. Но не варбурговское. В общем, Варбург вступил на эту дорогу, но не за это мы его любим. Если поглядеть на эти вещи, мы увидим здесь несколько фигур, которые не занимают центральное место. Ну вот, например, эта девушка, которая словно парит над землей, и справа, которая накидывает покрывало на новорожденную Венеру, у нее развиваются волосы, и мы даже можем понять, почему они развиваются, потому что тут два ветра, обнявшись, присутствуют слева, две фигуры, одна из которых точно ветер, за вторую я боюсь соврать. Отсюда и складки платья, и волосы, и покрывало получится на ветру. Но подобная фигура есть и здесь, и
Именно где еще? Вот эти фигуры, они потом очень понадобятся нам. Варбург, который чуть не 9, по-моему, лет ухаживал со своей женой, наконец после женитьбы отправился вместе с ней во Флоренцию. Они осели там очень прочно. Варбург чувствовал себя во Флоренции как рыба в воде. Он пропахивал ее церкви, музеи и, главное, архивы. Он читал тексты, читал старинные документы, те документы, которые вроде как искусствоведа его эпохи не интересуют. Контракты, переписку, завещания, ну, в общем, юридические документы в большой степени. И, в общем, он смог, конечно, создать колоссальный внутренний образ этой Флоренции, понимая ее психологию. И тут надо еще отметить, что для него, в общем, он это осознавал. Его семья, Гамбург, Флоренция 15 века, Брюгге той же самой поры, вот эти вот купеческие города, они были родственными, и принадлежность к семье купцов, предпринимателей, которые, в общем, имеют дело с нестабильным свободным рынком, будущее которых, несмотря на их капиталы и финансы, не ясно, принадлежность к этой семье, плюс его собственная предрасположенность, вот такая вот ментальная подвижность, назовем это так, или психологическая подвижность, они делали его идеальным инструментом для понимания психологии эпохи Возрождения. Что я еще хочу сказать? Образ античности и Возрождения, с которым имел дело Варбург, довольно архаичный, но все еще вечный. Вот когда вы входите в музей имени Пушкина, вы перед собой видите прекрасные белые статуи. Это может быть Давид Микеланджело, это может быть какая-то античная скульптура, но они белые, застывшие, холодные, прекрасные, гармоничные и так далее. Вот примерно такой образ, который нам создал Иван Цветаев, с этим образом прошлого искусства Варбурга имел дело. Искусство, которое, как кажется, имеет мало общего с жизнью. Значит, понятно, что Варбург как интеллектуал, как историк искусства, как человек, окончивший немецкий университет, не существует в безвоздушной среде. Он что-то читает, он кому-то прислушивается, читает иногда книги, неожиданные для искусствоведа, некоторые из них я вам покажу. И он не один, кто для кого вот этот образ застывшей равновесной классики, будь то Рафаэль или Пракситель, это нечто архаическое и неадекватное. Ницше. За несколько десятилетий до того, как Варбург начал писать свои тексты, лет за 15, наверное, Ницше опубликовал свой классический текст «Рождение трагедии из духа музыки», в котором предложил новую мифологию античности. Прежняя мифология античности была сконструирована Винкельманом. Белые прекрасные статуи, мы-то теперь знаем, что они были раскрашены, но Винкельман этого не знал или не хотел знать. Под голубым небом, бирюзовое море, греки, которые похожи на эти статуи до неотличимости. И вот этому миру фиктивной гармонии Ницше противопоставляет свое понимание античности как неизбывно трагического мира, построенного на непримиримом противоречии аполлонического и дионисийского. Ну, понятно, что Ницше опять же пишет не настоящую античность, он пишет автопортрет эпохи своей. И именно поэтому он был таким влиятельным, и влияние его минимум лет на 50 растянулось, если, да, пожалуй, что и больше. То есть Варбург не один вот в этом своем представлении о том, что античность и Ренессанс не то, чем они кажутся. Ну, как совы в классическом теперь уже фильме. Да? Я вам покажу несколько кейсов. Собственно, работа Варбурга есть кейс. Он написал немного. Вот, наверное, если взять
вот так вот, да, мерить объемом, толщиной, то вот полное собрание его вот сюда и уместится. Там будут, конечно, письма, там огромное количество черновиков, с которыми очень трудно разбираться, потому что это заметки конспективные, это заметки такие, автоматическое письмо. Пишет он не просто длинными немецкими периодами, с произвольно сконструированными словами. И сейчас, конечно, целая армия людей занимается разбором архива Варбурга. А раньше этим занимался Эрнст Гомбрих, директор института Варбурга в Лондоне, автор первой монографии о Варбурге. Я сразу скажу, что, наверное, нам раньше сказать надо было, что тексты Варбурга по-немецки в специальных изданиях, и очень долгое время они были закрыты для... Ну, как закрыты? Не читались они широкими массами европейских и американских интеллектуалов. И лишь в конце 30-х годов, когда институт, носящий имя Варбурга, уже обосновался в Лондоне, единственный его текст был опубликован по-английски и оставался таким единственным на иностранном языке до середины 60-х годов, когда пошли переводы по-итальянски, а потом по-английски и на другие языки. То есть Варбург очень долгое время оставался широко известным в узких кругах человеком. Но вот тот текст, который был переведен на английский, это очень значимый текст, о нем поговорим подробнее. А пока церковь Санта Мария Новелла, которая находится во Флоренции рядом с вокзалом, я думаю, что с фасадом Леона Батиста Альберти, росписями Мазаччи, Гирландаи, в общем, множество классических произведений Ренессанса. В общем, я думаю, что любой студент, учивший искусство Ренессанса в Московском университете, может назвать много произведений, которые расположены там. И вот там Варбурга есть несколько текстов, посвященных этим фрескам, и несколько раз он к ним обращается, и в частности анализирует портреты, которые в этих фресках встречаются, но я не буду о портретах, я покажу вам вот эту вещь, «Рождество Иоанна Крестителя» Гирландая, которая довольно странная, если посмотреть на нее не предвзятым глазом, потому что вот здесь только что давшая жизнь Иоанну, его мать, отдыхает на ложе. Подруги пришли ее посетить. Это чинные флорентийские дамы, движущиеся по паркету, скользящие по этому каменному полу, точнее. И две служанки с младенцем, обмывающие его кормилица. Одна из них кормилица. И вот во всю эту красоту, размеренную жизнь, врывается справа девушка в белом платье с флягой и с подносом фруктов на голове. И за ней развиваются складки. Она бежит. Зачем? Что она тут делает? Вельфлин, классик искусствознания и тот человек, который утвердил представление искусстве как имманентном мире, самом по себе существующем и объясняемым из самого себя, из формальных качеств того или иного произведения, говорил бы о том, что эта вещь нужна для того, чтобы оживить довольно сухую и скучную композицию. Варбург обращал внимание, он был одним из тех, кто с самого начала утверждал решающую роль заказчика. И если бы заказчикам этой вещи не понравилась эта композиция, то, скорее всего, никакой служанки там бы и не было. Значит, какое-то соответствие представлениям заказчиков, не только художника, существовало. Значит, эта служанка, очевидно, связана с чем-то более существенным, чем просто декоративный элемент. Вот, глядя на подобные фрагменты, не занимающие главное место композиции, но помните девушку, которая укрывает Венеру,
Варбург постепенно пришел к представлению о том, что эти фигуры, эта фигура получила потом название нимфа в его текстах и переписке, он ее классифицировал. Эти фигуры, в общем, помогают понять вот одну очень важную проблему. Мы же знаем, что, причем даже не одну, ну давайте так, мы со школы знаем, что Ренессанс – это Ренессанс чего? Это Ренессанс античности. Что художественный язык и эстетика Флоренции XV века в очень большой степени основаны на изучении античных памятников, забытых в Средние века, закопанных, разрушенных и извлеченных на свет Божий после того, как флорентийские гуманисты заинтересовались античной философией, а затем флорентийские художники заинтересовались античной пластикой. Вот так идет как бы трансляция. Да, из... ну, все помнят, у Мережковского, очевидно, в романе начинается с того, что раскапывается прекрасная белая статуя. Значит, Варбург пришел к выводу, что наследование этого, это, да, существует, но оно не совсем так осуществляется, как мы привыкли считать, и, во-вторых, его внутреннее содержание не то, которое мы ожидаем. Мы-то ожидаем, что это наследование античной гармонии. А Варбург обращает внимание на то, что античность приходит в Ренессанс не своими уравновешенными светлыми формами, а теми изображениями, которые передают энергическое движение, страсти, пафос. Собственно, в этом отношении он близок к своему наставнику, не прямому учителю, а человеку, на которого он ориентировался, на подход, который он ориентировался, якобы Бурхарду, который обронил такую фразу в своей классической книге «Культура Италии в эпоху Возрождения». Там, где появляется пафос, он принимает античные формы. Ну вот сейчас появилась, вышла из печати перевод еще одной книжки, которую всем надо читать, не только искусствоведам, а, в общем, полезно любому человеку. Это Майкл Баксендел «Искусство и опыт во Флоренции XV века». И там Баксендел хорошо показывает, как, какую роль играет понимание искусства этой поры, собственно, о которой Варбург и пишет, телесный язык, body language. Да, вот, например, на некой фреске Боттичелли, по-моему, когда могу что-то напутать, но саму фреску я мысленно представляю, энергично жестикулирующие женщины, не знаю, как они воспринимаются нами, но современниками они воспринимаются как выражение опасности и зла, потому что свободное движение – это нечто неконвенциональное. А приличные женщины, они вот так должны себя вести. Да? Ну, согласитесь, как Мона Лиза сидит, скрестивши руки. Это так себя ведет приличная женщина, это телесный язык. А вот эти вот персонажи, они какие-то другие. То есть для Варбурга становится понятным, что античность, изображение античность, пришедшие, заимствованные из античности, разрешают художникам эпохи Возрождения изображать аффекты, разные аффекты, страсти. То, что в общем и на уровне повседневного поведения, и на уровне визуальной культуры и искусства предшествующих эпох гасится. А эффект – штука страшно опасная. И вот тут я сразу скажу, что варбурговское мышление помогает нам понять, ну, одну генеральную, как бы простую вещь, что искусство – это не про красоту. Искусство – это про абсолютно амбивалентную натуру человека, первое, которое есть все. И второе – это про то, что транслируется из эпохи в эпоху. Потому что Варбург, в общем, начинает изучать вот это – действительно, перемещение образов во времени. Он в переписке со своими друзьями, в своих исследованиях приходит к выводу, что на самом деле вот эти вот персонажи, они восходят к античным изображениям Минаты Вакханок. А Минада и Вакханка,
Это страшное существо. Мы к нему еще вернемся. То есть эти изображения становятся чем-то вроде иконографической модели для вот этих свободно движущихся фигур, батареями энергии. Вот тут Варбург оказывается действительно ребенком позитивистского XIX века. Я боюсь доводить эту мысль до некого предела, но читая Варбурга, трудно избавиться от ощущения, что для него изображения действительно несут некую психическую энергию через столетия. И наследуется не схема, или не только схема, наследуется еще та энергия, память об аффекте, которую эти образы содержат. Я чуть позже процитирую вам несколько неожиданный источник. Вот. И кейс-стади для Варбурга, который помог ему создать стереоскопическую картину ренессансной психологии, была статья, посвященная завещанию Франческо Сассетти, банкира Медичи, банкира и соратника Медичи. И не только тексту, но иконографии капеллы Сассетти в церкви Санта Тринита во Флоренции. Если не ошибаюсь, 1907 годом датируется этот текст. Вот эта капелла, которую украшал Гирландая. И там мы видим портрет, в котором опознаются и сами Сассетти, и члены семьи Сассетти, и Медичи, и Папа Римский. Этому изображению Варбург посвятил специальные исследования, но нас будет интересовать как бы периферийное в этой капелле. Ну, центральный образ поклонения пастухов периферийным не назовешь, но гробница и иконография гробницы. Я не буду разворачивать доказательства Варбурга, я просто констатирую, кое-что прочитаю. Ну, давайте посмотрим на алтарный образ, где это все происходит, где происходит поклонение младенцу. Ну, происходит в античных руинах. Младенец как бы лежит около яслей, а ясли – это саркофаг римский. Колонны, на которые опираются, точнее, четырехгранные столбы, на которые опираются жалкая кровля этого места, куда, собственно, спаслись Иосиф и Мария. И присутствие античности, причем в очень такой рафинированной форме, посмотрите на форму этого саркофага, на резьбу его, но здесь совершенно не случайно. Вот справа гробница Сассетти, которая окружена некоторыми изображениями. Изображениями, в частности, вот нас интересует вот этот вот рельеф. В котором, я надеюсь, вы видите кентавров, то есть античных монстров, которых Сассетти избрал в качестве своего геральдического зверя. Вот здесь перед вами страничка Никомаховой этики Аристотеля, рукопись которой принадлежала Сассетти, сейчас она в Лоренцианской библиотеке во Флоренции находится. Я увеличу ее, и вы получите здесь этих кентавров. Тех кентавров, которые фланкируют эту сцену, но меня интересуют даже не они. Их бестиальность, их монструозность очень существенна, потому что она как раз показывает эту амбивалентность и двойственность их природы, и двойственность того мироощущения, которое они должны с точки зрения Варбурга транслировать. Я хочу обратить ваше внимание вот на эти фрагменты, да, вот оплакивание как бы самого Сассетти и вот эта вот фигура, или эти две фигуры, даже три, которые находятся в состоянии предельного аффекта. Они пришли, очевидно, из античных саркофагов. Я нашел вот этот, и я не готов утверждать, что это именно он. Это саркофаг, насколько я помню, из Берлинского музея. Вот. Это иконографическая трансляция.
Но за этой иконографической трансляцией стоит определенное переживание жизни, к которому Варбург пытается приблизиться. Где-то он пишет в своих записках: «Свободный жест, античность разрешила его». То есть это жест как выброс энергии, как выброс страсти. Здесь вот эти товарищи крупно. И еще одна эмблема Сосетти. Ни одна из них не принадлежит ему. В данном случае я просто показываю иконографический ряд. Это фортуна. То есть богиня случая. Богиня случая, которая может иметь своим атрибутом рук изобилия, а может и укатиться на этом шаре или сбросить с колеса. И фортуна, которую нужно хватать за локон. Вот центральную картинку я взял именно потому, что она очень хорошо показывает этот атрибут. И Варбург как раз и прослеживает эту особенность иконографическую, за которой он видит психологическую особенность заказчика. То есть для него искусство не автономно, для него искусство воплощение экзистенции той или иной эпохи и той или иной цивилизации. Позвольте, я сейчас вам прочту кое-что. Ну, он подчеркивает, что Сосетти настойчиво реализовывал свой замысел в украшении своего последнего пристанища. Если вообразить себе все тяжелейшие духовные и материальные жертвы, которые принес Франческо Сосетти во имя своих убеждений, то его борьба за украшение этого интерьера предстанет перед нами как заслуживающая отдельного пояснения декларация непреклонной художественной воли. И в чем фрустрация Сосетти, в чем, собственно, двойственность его и двойственность, которая Варбурга страшно интересует как раз. Ничего, зачем заниматься простым, зачем заниматься цельным? В этой двойственности, которую, ну, наверное, Варбург отчасти навязывает Сосетти, конечно, узнается сам Варбург. В этой сложнейшей жизненной ситуации Франческо непроизвольно объединяет два взаимоисключающих источника своей обороноспособности. Гибелинский, то есть проимперский дух главы семейства, сила которого заключена в инстинктивном идеалистическом долге сохранения своего средневекового семейства и в рыцарской верности сословию роду, решимости сформировавшейся сформировавшейся гуманистической личности. На фамильном знамени рыцаря, готового к бою за свой клан, флорентийский купец помещает изображение ветреной богини фортуны судьбоводительницы, с которой он не раз встречался лицом к лицу. Почему именно в этом символе воскресшей языческой богини нашла свое воплощение земная, обращенная к миру энергия Ренессанса, объясняется, быть может, лишь с помощью того особого положения, которое она занимала в эмблематике своего времени. Во все еще недостаточно рассмотренном прикладном искусстве эмблемы символов, но этим мы отчасти будем заниматься. Во-вторых, собственно, теперь-то это как раз область, хорошо изученная после Варбурга. Во всем еще недостаточно рассмотренным прикладном искусстве эмблемы символов, придворная культура Возрождения сумела создать некое промежуточное звено между знаком и изображением, позволяющее облечь в символическую форму проявления индивидуального душевного переживания. Он прекрасно это формулирует. Облечь в символическую форму проявление индивидуального душевного переживания. В обращении к языческим символам Сосетти, а языческие мотивы занимают существенное место на надгробии Франческо, он реализует естественную потребность людей переломной эпохи в новых формах энергетического равновесия. Пишет почти как физик, да? Он стремится противопоставить все еще неопределенной мировой памяти христианско-аскетическому и антично-героическому культам свою окрепшую веру, свое собственное «я», но не осознает всю глубину конфликта между силой отдельной личности и необъяснимой, неуправляемой властью судьбы. Ну, в сущности говоря, Варбург описывает, конечно, свой конфликт
между силой отдельной личности и необъяснимой, неуправляемой властью судьбы. Вот, собственно говоря, движущую силу Сосетти Варбург нам и предъявляет. Он, с одной стороны, добрый христианин, а с другой стороны, он человек, который верит в судьбу и полагается на судьбу. И вот эта его полярность, она как раз христианскими языческими мотивами вещей, которые он заказывает у Герландая, и проявляется. Но для Варбурга эта полярность, это не знаковая вещь, не то, что можно отметить галочкой. Это воплощение глубинной фрустрации культуры, глубинной сложности и такой химеричности этой культуры, потому что для него, повторяю, античность приходит в Ренессанс не как гармония, а наоборот, как воплощение избыточной разрушительной страсти, то есть фигуре Менады. И Сосетти, который выбирает кентавра Фортуну и одновременно остается христианином, Сосетти как раз и иллюстрирует для Варбурга эту непримиримую двойственность, конфликтность Ренессанса. То есть, вообще говоря, Варбург в этой небольшой работе и в сопутствующей ей текстом он ломает концепцию культуры, которую к этому моменту наука сформировала. Надо сказать, что в сочинении Борхарда это не цельность Ренессанса, тоже присутствовала, естественно, но доминировала скорее, я бы сказал, та конструкция, которую чуть позже Генрих Вёльфель напишет в своей книге «Классическое искусство». Среди других достижений Варбурга я назову еще его сенсационный доклад на Международном искусствоведческом конгрессе в Палаццо Скифаное о фресках Палаццо Скифаное, где в Феррарском дворце довольно хорошо сохранившийся комплекс абсолютно непонятных до Варбурга изображений, таинственных, эмблематических, аллегорических. Сейчас этот текст есть по-русски, вы можете его посмотреть. Но коротко скажу, что Варбург расшифровал иконографию этого произведения как изображения, связанные с зодиаком и календарем, с различными смыслами, которые тут проистекают. Он одновременно показал, собственно, в процессе этого анализа он показал, насколько, как мигрирует изображение, как образы зодиакальных божеств и созвездий, созданные античностью, с распадом античной цивилизации уходят на восток и через арабский восток возвращаются в эпоху Возрождения. Это очень интересное такое чтение, почти детективное, непростое, которое, опять же, показывает роль того знания, которое в XIX веке не считалось магистральным, то есть роль, ну, как бы квазимистических учений, которые, тем не менее, для культуры этой поры играли фундаментально, которые занимали центральное место. И таким образом он демонстрирует через миграцию изображений целостность, преемственность цивилизации от античности к арабскому востоку, обратно в Европу. И здесь я процитирую его одну фразу, которая не из этого сочинения проистекает. Она написана, она находится в работе, которая посвящена графике искусства лютеровской эпохи, эпохи колоссального интеллектуального брожения и гражданских войн, языческое античное пророчество Лютерова времени в слове изображений. Там Варбург делает подступ серьезной к расшифровке значения вот этой загадочной гравюры Дюрера, смысл которой определят его ученики, ученик Фриц Аксель и последователь Эрвин Пановский. Ну, в какой-то степени это гравюра автопортрет самого, портрет самого Варбурга. Варбург пишет в ней об атавистическом суеверном ужасе перед именами звезд,
с которыми эпоха, в данном случае Возрождение, обращается как с цифрами, но боится как демонов. Еще раз почитаю. Атавистический суеверный ужас перед именами звезд, с которыми эпоха обращается как с цифрами, но боится как демонов. Вот эти, собственно, демоны, я еще раз скажу, что очевидно, конечно, Варбург своими исследованиями заклинает себя, свою природу. Он говорил, что его интересует глубинная шизофреничность европейской цивилизации. Но слово «шизофреничность» не должно пугать. Его интересует глубинная нецельность, проблемность, полярность тех, того, что составляет европейскую цивилизацию. А в общем, честно говоря, понятно, что любое развитие, любое движение, любой рост происходит из полярности и конфликтности, а вовсе не из прекрасной гармонической структуры. Так вот, в 18 году, когда Германия потерпела катастрофу в Первой мировой войне, Варбург это очень близко к сердцу принял. Практически одновременно с коллапсом империи и капитуляцией он, ну, называя вещи своими именами, сошел с ума, был помещен в сменил несколько клиник, пока году в 21-м, по-моему, не обосновался на южном берегу Боденсее в швейцарском Кройслингене. Вот в этом местечке, в этом санатории, где его навещал Фриц Заксель, его верный ученик и библиотекарь. Варбург собирал книги, комбинировал их на полках, изобретал новые принципы расстановки, те принципы, которые отражали, в общем, его подход к искусству, к изучению культуры. Но, тем не менее, это была такая совершенно хаотичная история, и ему нужен был выпускник Венского университета, который помог систематизировать эту очень произвольную конструкцию. И вот именно Фриц Заксель договорился с лечащим врачом Варбурга, что... А у Варбурга были панические атаки и, в общем, такая мания преследования, которая отпускала его в послеобеденное время на несколько часов. То есть это не было совсем безвозвратным помешательством. И вот Заксель договорился с лечащим врачом, что Варбурга выпустят из больницы, если он сможет прочитать связанную адекватную лекцию для врачей и персонала. И вот такая лекция была прочитана. Эта лекция состоялась 25 апреля 1923 года. Варбург после нее еще года полтора находился в лечебнице, но, собственно, это была уже дорога на свободу. Это единственный текст Варбурга, который в течение многих десятилетий был доступен на английском языке. Он был опубликован во втором томе журнала, который начал выпускать институт имени Варбурга в Лондоне, когда состоялась эта эмиграция. Это называется «Лекция о змеином ритуале». Это очень личные воспоминания. И, очевидно, это воспоминание о том опыте, который Варбург глубоко перепахал. Вот одна цитата из черновика к лекции о змеином ритуале. «У меня появилось искреннее отвращение к эстетизирующей истории искусства. Формальный подход к образу лишает понимания его биологической неизбежности, зарождающейся между религией и искусством, и, как мне кажется, ведет только к бесплодной словесной спекуляции». Отвращение к эстетизирующей истории искусства. Варбург про экзистенциальную природу искусства. То, чем мы занимаемся, не про красоту. То, чем мы занимаемся, про страсть, про жизнь, про смерть, про власть, про разум и безумие. В общем, это все про жизнь. Про жизнь. И Варбург, в общем, был одним из тех, кто делал этот довольно банальный вывод, надо сказать, не основываясь на какой-то эстетической традиции, а на глубоких изысканиях, погруженных в ту эпоху, которой он занимался. Это очень ответственный вывод. Но, очевидно, он был предрешен не чтением текста Франческо Сассетти, его завещания, а некой вспышкой, которая озарила
его путь, в общем, довольно неожиданно, я так полагаю. В 1895 году Абе поехал на свадьбу. Поехал на свадьбу к своему брату, который переселился к тому моменту в Соединенные Штаты Америки. Двое братьев Варбургов жили в Соединенных Штатах. Очень хорошо жили. Перед вами дом Феликса Варбурга на Пятой Авеню, в котором сейчас помещается еврейский музей, входящий в знаменитую музейную милю. С 1937 года, после смерти Феликса, эта институция заняла это роскошное здание. Причем, когда Феликс строил себе, своей жене, этот дом, то еврейская община Нью-Йорка нервничала, потому что она полагала, что не надо использовать евреям для роскошного особняка готический стиль, который ассоциируется у христиан с католицизмом. Но Феликс построил, имел возможность. Значит, поскольку, насколько я понимаю, значительная часть американских железных дорог принадлежала семейству Варбургов, то, или, по крайней мере, Варбурги имели там серьезный интерес, то Абе провел в Соединенных Штатах примерно полгода, в сентябре. Он отбыл из Гамбурга в Нью-Йорк в сентябре 1895 года. В середине ноября посетил уже Чикаго и Денвер, потом в декабре и январе Санта-Фе и Альбукерке, Нью-Мексико, потом он был в Сан-Франциско, в марте-апреле в Аризоне, и в мае отправился обратно в Европу. Ну, понятно, что любого иностранца, у которого есть, представляется случай посетить американских индейцев, не упустит. И Абе действительно не упустил. В Нью-Мексико он посетил несколько поселков, и там слышал о некоторых ритуалах и какие-то, очевидно, наблюдал. Сейчас существует огромный, вот такой толстый, поверьте мне, убить слона можно, том фотографий Абе Варбурга, сделанных во время американской поездки. Я некоторые вам покажу, вот посмотрите. Вот он слева стоит, усатый, да? Видно, как ему хорошо на самом деле там. Ну, а такой мальчишка взрослый, да, который наконец дорвался до индейцев и сам позирует. Есть фотографии, где он в совершенно невообразимых головных уборах, в духе, в индейских головных уборах. Значит, в этой лекции, которую я всячески призываю читать, и думаю, что, ну, однажды мы, конечно, переведем ее на русский язык, но думаю, что еще до этого те, кто в эту лабораторию пришли, с ней позанимаются более подробно, я некоторые тезисы этой лекции вам изложу. Это не антропологические наблюдения, это не включенные наблюдения, это не исследование артефактов. Варбург больше читал и слышал, чем мог гарантировать как ученый. Но его интуиция, конечно, извлекла из этого опыта совершенно удивительные выводы. Поскольку Варбург соприкоснулся в этом мире с тем, что нигде в Европе потрогать нельзя. Он соприкоснулся с язычеством. Самым, что ни на есть, полноценным, натуральным язычеством и магией. Которая, судя по тому, что это племя выживало, очевидно работала. Ну, все представляют, что такое Нью-Мексико. Я буду цитировать эту лекцию и кое-что комментировать. Вот вначале он задается вопросом, что именно нам следует считать сущностными характеристиками язычества. Дальше, в общем, есть вопрос, зачем нам это? А вот зачем? Он обращает внимание на то, что на магию, которая есть часть повседневной жизни индейцев, и вот эти куклы Качина, которые сейчас продаются как сувениры в Нью-Мексико, тогда некоторые из этих фотографий из коллекции Варбурга, иллюстрируя его лекцию, он обращает внимание на рационалистический элемент в конструкции домов индейцев, вот эти вот квадратные постройки многоярусные, которые надо проникать по лестнице, и на то, что и на лестничную структуру, на лестницу как такой важный для космогонии индейцев образ,
Причем здесь сфотографировать было нельзя, Варбург тайно, очевидно, сфоткал немножечко уголок. Если мы посмотрим на космогонический рисунок жреца, который важен в данном случае, то мы видим, что это лестница, одновременно змея. Вот там есть дом слева, а над ним лестница змея. И вот через этот опыт, который я сейчас вам еще показывать и иллюстрировать, Варбург, наблюдающий танцы с масками, вот это такой танец, пишет, до какой степени остатки языческой космогонии у индейцев Пуэбло помогут нам понять развитие от примитивного язычества через высокоразвитую языческую культуру классической античности к современному цивилизованному человеку. То есть он оказался в прошлом, это машина времени. Индейцы для него не экзотический народ, живущий в Нью-Мексико, индейцы для него греки. Это он исходит из предположения, что одна и та же модель ориентации в мире свойственна всем язычникам. И именно индейцы помогают ему понять не просто сущность античности, которая кроется за прекрасными белыми статуями, тут он, конечно, близок к Ницше, но и протранслировать фундаментальную фрустрацию язычника в современный мир. Один из факторов жизни, центральный фактор, собственно, жизни в Нью-Мексико, это недостаток воды. Как пишет Варбург, недостаток воды научил людей практически молитвам и некромантии. Собственно, вот частью этих ритуалов являются куклы, которых я вам показывал, изображения танцоров в масках, которые служат демоническими посредниками между человеком и природными силами в церемониях. Сосуды для воды с абстрагированным изображением птицы. Змея с перьями на голове, которая появляется на горшках воды. Ну и вот этот вот рисунок космогонический, о котором я говорил, змея. Это гремучая змея, посмотрите, на ее хвост там все понятно. А вот что еще существенно, глядя, я сейчас пропущу несколько слайдов, извините, глядя на рисунок, который для него рисует индейский школьник по его просьбе. Он просил, Варбург просил изобразить молнию. Вот обратите внимание здесь, что молния представлена схематически не зигзагом. Некоторые индейские школьники нарисовали зигзаг, а некоторые гремучую змею. Молния, змея. Смерть и жизнь одновременно, потому что молния убивает и одновременно означает дождь. И вот это вот амбивалентность символа, прямо связанного с существованием, она оказалась центральной, насколько я понимаю, для мышления Варбурга. Вот там он к этой мысли, очевидно, и приходит. Или, по крайней мере, там импульс, который раскручивается всю жизнь и вербализируется, формулируется именно тогда, когда Варбург в «Сумасшедшем доме» пишет этот замечательный абсолютный текст. Индейцы устанавливают рациональное начало в своей космогонии, изображая мир как их собственный дом, в котором они входят по лестнице. Но нам не следует рассматривать этот мир, дом, как простое отражение спокойной космогонии, поскольку хозяйка дома – самое страшное из существ – змея. И вот танец маски для Варбурга, понятное дело, он, в общем, Варбург живет в момент революции в антропологии, и примитивные, так сказать, примитивные народы изучаются очень интенсивно в это время. Надевая маску, охотник преображает свою добычу. Он верит, что это таинственное миметическое преображение поможет достичь того, чего он добивается охотой или трудом. И вот снова, как бы от наблюдения, он переходит к выводам, которые распространяются гораздо шире, чем индейцы Пуэбло. Сосуществование рациональной цивилизации и магии выдает гетерогенное состояние перехода, в котором живут индейцы Пуэбло.
То есть вот это самое фундаментальное. Нецельность для него очень важна. Индеец стоит между логикой и магией. И его инструмент ориентации – это символ. Между, вот, змея как символ. Да? Между примитивным человеком, который хватает ближайшую добычу, и просвещенным человеком, который планирует и ожидает результатов своих действий, стоит человек, который помещает между собой и миром символ. Вот ту самую гремучую змею, которая и смерть, и символ дома, и основа космогонии, и одновременно податель жизни, потому что она молния и дождь. И я сейчас перейду к тому ритуалу, который он не видел, о котором он читал и слышал, и который не только он знал, вот это вот муляж, фигура индейца с гремучей змеей в зубах из петербургской консткамеры. Жаль, у меня нет фотографии Карла Гинзбурга, глядящего на этого персонажа. И вот рисунок из книги, который Варбург, скорее всего, знал, это змеиный танец. В чем заключается этот танец? Это август, то есть время максимально сухое, когда от капли дождя зависит жизнь племени. Наивысший пример магической ассоциации с природой через животный мир можно найти у индейцев Моки в танце с живыми змеями. Змеиный танец стоит на полпути между эмпатией мимического движения и кровавым жертвоприношением. То есть между искусством и магией. В чем заключается церемония, которая длится 16 дней, судя по Варбургу? Змей ловят, приготовляют к церемонии. Есть такая процедура мытья змеи. И, очевидно, это мытье содержит в себе какие-то наркотические вещества, потому что иначе объяснить поведение животных невозможно. Змей бросают на песчаный рисунок с молниями и облаками, вызов дождя. И они находятся в кустарнике. К ним подходят три человека. Верховный жрец вынимает змею. Второй берет ее зубами. Это не варбургские фото, это другие. Третий отвлекает змею палкой с перьями, и через полчаса танец заканчивается. Мне неизвестен случай, когда змеи кусали кого-то. Потом, ну вот, вообще журнал Life, как видите, да? Здесь есть ссылки на видео, но видео смотреть не будем, погуглите, найдете. Змеи уползают, змеи отпускают. То есть, с одной стороны, это как бы жертвоприношение, с другой стороны, животное не убито, но равноправный участник этой процедуры. И вот это как раз, очевидно, очень сильно Варбурга зацепило, потому что незадолго до поездки в Америку он занимался вот этой историей торжественного бракосочетания в Италии ренессансной эпохи, в котором разыгрывалась история Аполлона и Пифона, убиваемого богом солнца. И дальше Варбург выстраивает ряд, который нам очень существен, потому что это ряд, представляющий амбивалентность символа, то есть двойственный. Мы-то все хотим расшифровать, дайте нам, пожалуйста, прямое единственное прочтение. Что означает вот эта штука? Ну, бывают случаи, когда какая-то штука обозначает только одно единственное. Но интерес концепции Варбурга в том, что он показывает множественность возможных значений символа. Вот змея у Менады, обязательный спутник дионисийского беснования. Та картинка была из журнала, где была опубликована лекция, я нашел что-то похожее. Вот змеи, убивающие Лаокоона, а вот Асклепий, бог, целитель, атрибут которого змея. Та самая змея, которую
относительно недавно, можно было увидеть на рекламах, на вывесках аптек. Дальше больше он, Варбург, обращает внимание на созвездие Змееносца, его значение, но более того, на христианскую иконографию, где он видел подобное изображение в церкви в окрестностях Гамбурга, но приводится изображение из Библии Пауперум, нравоучительного текста позднего Средневековья, где сопоставляются события Нового и Ветхого Завета, и где прямой аналогией распятию является воздвижение медного змея Моисея. Вот это вот амбивалентность символа, глубинная амбивалентность символа, почувствованного Варбургом у индейцев, и знание это помогает ему понимать реальный смысл астрологии, эмблематики и психологию того самого Сосетти. Ну и почти последний, предпоследний, наверное. Это еще один концепт Варбурга, который очень провокационен, любопытен, который он не проработал до конца, как, собственно, он ничего до конца не проработал. Это формулы пафоса. Но мы видели, что если пафос приходит в искусство, он приходит в античных формах, как учил еще Якоб Бурхард. И мы видели, что, собственно говоря, аффекты изображаются ренессансными художниками именно с помощью античной традиции изображения аффектов. Вот сколько еще больше могу я привести примеров прекрасных действий неистовства, говорит Платон в Федре, даруемого богами. Так что не стоит его бояться, и пусть нас не тревожит, и не запугивает никакая речь, утверждающая, будто следует предпочитать рассудительного друга тому, кто охвачен порывом. Пусть себе торжествует победу те, кто докажет к тому же, что не на пользу влюбленному и возлюбленному не спосылается богами любовь. С нам надлежит доказать, наоборот, что подобное неистовство боги даруют для величайшего счастья. Такому доказательству наши искусники не поверят, зато поверят люди мудрые. Прежде всего, надо вникнуть в подлинную природу божественной человеческой души, рассмотрев ее состояние и действия. Но, в общем, вот в этом наставлении Платона как бы и есть импульс к аналитике Варбурга. В 1905 году он публикует текст, который на русский мы не переводили пока, посвященный Дюреру и его итальянским аналогам, его итальянским источником, и там он обращает внимание на вот эту гравюру Дюрера «Смерть Орфея» и сопоставляет ее с тем, что приписывался Монтэнье, с североитальянскими изображениями этой сцены. Ну, мы опять имеем дело с беснованием античным, то есть Орфей был растерзан вакханками. И Варбург обращает внимание вот на что. На жест. Мы бы стали говорить об экспрессии человеческого тела. Да? А тут оказывается, что ужас смерти и момент смерти передан четко фиксируемым жестом. Это вот согнутая вот так рука, да, на себе не показывай, говорится. Ну, ладно. Вот она. И то же самое здесь. Ну, бог с ним. Дюрер достаточно близко стоит иконографически от североитальянского прототипа. Он гораздо более искусен, он даже и к античности гораздо более близок. Вы видите, что здесь все-таки лежит лира, а здесь лежит мандолина. Ну, бог с ним. Это не важно. Важно, чтобы Варбург обратить внимание, что такой жест существовал за 1000 лет до Дюрера, ровно в том же самом значении. И он просматривается в моментах умирания, ну, вот эта группа необит, да, так называемый педагог, довольно много где. Ну и хорошо, это иконография насильственной смерти, скажете вы. Но Варбург обращает внимание вот еще на что. Что подобный жест может присутствовать в совершенно другой момент. Наоборот, момент торжества. И тут мы имеем дело не со смыслом, а с аффектом, с неким инстинктивным животным энергетическим движением, которое может иметь совершенно разные смыслы. Важна энергия, а не то, что это значит. Первая картинка в этом ряду
которые я сейчас покажу, из Варбурга. Остальные я уже сюда добавил. Это Давид, торжествующий победу над Голиафом. Вот голова лежит. Ну и дальше. Некоторые из них, вот эти две, я взял из выставки, которую курировал Диди Уберман в Жадепам в 2015 году. Выставка, называвшаяся «Восстание», которая, собственно, в очень серьезной степени на формулы пафоса и стояла. Ну вот, добавлю еще. Левую картинку я придумал, а правая с выставки Диди Уберман. Повторяю, это концепт, который довольно трудно сформулировать убедительно. Но когда ты его начинаешь с ним работать, играть, ты понимаешь, что Варбург говорит о каких-то основаниях, которые, опять же, находятся за оболочкой искусства. Они говорят о тех импульсах, которые в искусство транслирует, а не о самом искусстве. И вот тут я обращусь к последней книге Карла Гинзбурга, по крайней мере, к последней, которая мне известна из его англоязычных книг, состоящих из 5 статей и посвященная именно концепции формул пафоса. Гинзбург сделал открытие, которое, казалось бы, лежало на поверхности, но именно такие люди, как Гинзбург, с их колоссальным знанием способны их делать. Обратил внимание на один существенный источник. Вот это вот один из учеников Аби Варбурга опубликовал картину статью «Менадо у подножия Христа», где обратил довольно давно еще в журнале Института Варбурга и Курто, где обратил внимание вот на это распятие Бертольда ди Джованни, распятие такого хорошего квадратического скульптора. Обратите внимание, что одна из Марий в этой иконографии очень сильно напоминает античных Менад, которых вы уже видели. И обращает внимание на один фрагмент из Джошуа Рейнольдса, который обратил свое внимание на подобные сцены, а именно на рисунок Баччо Бандинелли «Снятие с креста», где он прямо говорил о Марии Магдалине и Менаде, как, собственно говоря, одной фигуре. Вот рисунок Джошуа Рейнольдса и набросок его, как видите, Менадового распятия, да, Менада, вот эта вот женщина в самозабвенном страстном движении у подножия Христа, и 12-й дискурс Рембрандта, простите, Рейнольдс, где, конечно, об этом идет речь. Где он, собственно, говорит о том, что одна и та же сила выражения, одно и то же движение могут воплощать принципиально разные состояния. Менада выражает колоссальное возбуждение, яростную радость, а Магдалина или женщина подножия Христа выражает скорбь. И ссылается вот тот рисунок Баччо Бандинелли, который он только что показывал. Это зерно, в котором находится идея Варбурга. Знал ли Варбург об этом наблюдении Рейнольдса? И вот Карл Гинзбург доказал, что таки да, знал. Еще студентом Варбург ознакомился с очень влиятельной книгой, не принадлежащей вообще к искусствознанию ни разу, как вы понимаете, «Выражение эмоций человека и животных» Чарльза Даррена 1872 года. И мы знаем об этом достоверно, потому что Варбург написал в своих записках, по-моему, или в письме, «Наконец, книга, которая мне полезна». И там на 208 странице, примечание 15, содержится цитата из сэра Джошуа Рейнольдса, которая оказалась очень полезна Чарльзу Дарвину, которого интересовал эмоции о животных и человека и их сопоставление. Как пишет Карл Гинзбург в том тексте, откуда я вынул эту аналогию, зерно не объясняет то дерево, то растение, которое из него выросло. Понятно, что
здесь еще нет той амбивалентности, глобальной амбивалентности, которая, по мнению Варбурга, имманентно свойственна нашей культуре. Это язычество через античность и дальше через христианскую цивилизацию. Но трудно уловимый концепт формулы пафоса, он Варбургу, судя по всему, нужен именно для того, чтобы эту фундаментальную амбивалентность и транслировать. Собственно говоря, формула пафоса – это в определенном смысле, опять же, трансляция не культурной, а эмоциональной памяти человечества, поскольку, видимо, все-таки Варбург действительно полагал, что эта память физически передаваема. Ну и вот последнее, о чем я скажу сегодня. Вы видите вот этот странный недостроенный квартал на одной из гамбургских улиц, где в доме же, в одном из домов этих же семейства Аби, дом разваливался, разламывался от книг, и соседний участок был куплен братьями, и они построили там библиотеку для Варбурга. Маленькую такую, да? В 26-м Культурвиссеншафтлихе библиотека Варбург открыла свои двери, вот она в центре, темно-кирпичный фасад. Главный зал мне имел форму эллипса, и у этой формы есть свои символические коннотации. Именно отсюда два парохода увезли книги в Англию. Именно сейчас, именно вот эту форму хочет Билл Шерман сейчас реконструировать, вернее, построить зал такой формы в Институте Варбурга в Лондоне, в котором никогда этой конструкции не было. И то, что вы видите сейчас, это демонстрация последнего проекта Варбурга, атласа мнемозина, слово, с которого мы, собственно, и начали. Последние несколько лет своей жизни с помощью ассистентов, прежде всего Гертруды Бинг, Варбург комбинировал изображения на панелях, затянутых тканью, с помощью простых булавок. Он сопоставлял различные образы. Они могли быть ренессансные, античные, современные, вплоть до фотографий дирижаблей, почтовых марок. То есть это довольно интересный и очень современный проект, который не был завершен. Я подозреваю, что у этих таблиц и нету финальной версии. Это такой work in progress, это постоянно рекомбинируемые сочетания. И цель их не просто столкнуть образы, похожие или не похожие, а выявить те цепочки, ту преемственность, которая обеспечивает единство визуального мира нашего европейского и транслирует смыслы и энергии. И вот в этом отношении игра Варбурга в мнемозину, как вы понимаете, это, конечно, такая гессовская игра в бисер в чистом виде, она имеет серьезную прагматику. На самом деле, то, чем занимался Варбург, это уже не исследование истории искусства, это история образов, то, что сейчас называется визуальной культурой. И именно Варбург был одним из первых, кто отказался рассматривать искусство иерархически. Вот есть там великие художники и живопись, и мы ими занимаемся, а вот есть какие-то там поделки, и мы ими не занимаемся. Для Варбурга портреты на стенах церквей и натуралистические восковые фигуры, которые приносили исцеленные в знак благодарности Божьей Матери или Святому, обладали равной ценностью. Не художественной, а какой-то другой, вот этой ценностью трансляции памяти. Собственно, идея мнемозины нас и натолкнула на мысль заняться тем, чем мы предлагаем заняться. Будем следовать Варбургу в его свободных и несвободных ассоциациях. Это не просто комбинация, это комбинация образов, преследующая определенную цель, понимание того, как что-то получилось, ну и того, как что-то может получиться, если мы выстроим определенную изобразительную последовательность. Прямо говоря, что этот проект очень современный, это абсолютно открытая структура. Это комбинация огромного количества информации. Информации прежде всего визуальной, здесь мало комментариев. Мы имеем дело, конечно, с несколькими итерациями этого проекта, с финальным. Сейчас несколько выставок прошло и опубликовано несколько вариантов этого атласа на разных языках, английского еще нет, готовится.
И, в принципе, конечно, это бесконечный процесс. И сама эта бесконечность, она, в общем, бесконечность мнемозина, она говорит об открытости мышления самого Варбурга, поэтому она очень интересна. Но я закончу той картинкой, которую хулигански повесили на сайте Варбурговского института в Лондоне. Как вы понимаете, Абрамовицевич бы совершенно сошел с ума от интернета и компьютеров. Вот, спасибо.